В этом году в Тверской области определено и согласовано 55 мест в 38 муниципальных образованиях, где пройдет богослужение, чин водоосвящения и состоятся крещенские купания. В областной столице прорубь организована в привычном для тверичан месте – на набережной Афанасия Никитина напротив центрального корпуса Тверского государственного технического университета. Как проходила подготовка купели, узнал наш корреспондент. Организация крещенской купели – дело тонкое. Ведь вода, лед и холод – достаточно опасные стихии. Поэтому праздничные омовения в проруби могут закончиться плачевно, если пренебречь здравым смыслом и некоторыми правилами. Чтобы этого не допустить, все этапы подготовки и проведения крещенских купаний контролируются сотрудниками МЧС и администрации города. Сначала спасатели произвели необходимые замеры толщины льда в местах установки купели. Глубина в 1,5 метра нужна для того, чтобы купель стала одним краем на дно. Остальное все сам настил будет на 16 сваях по периметру, и плюс 4 сваи будут внутри купели. Сейчас на месте для купаний оборудован деревянный настил с опорами, закрепленными на дне водоема. Сходы в воду оборудованы лестницами с поручнями. По краям купели установлены бортики, чтобы окунающиеся не порезались о кромку льда. К слову, в этом году, несмотря на оттепель, лед на Волге толстый. Ледяной покров возле берега составляет 25-35 сантиметров. Первый раз начал оборудовать купель в 2015 году, и так каждый год. Каждый год у нас, ну, сами понимаете, природа разная, бывают и сильные морозы. У нас несколько лет назад вообще не было льда, и мы делали сам вот эту купель, самую большую, тогда самый настил был самый большой, 6 на 8, сейчас у нас 6 на 6. Делали на пирсе, потом водолазы подтаскивали сюда по чистой воде, на сваи ставили. Нынче попроще, потому что лед очень толстый. Праздничные мероприятия начнутся в 23:30. 30 с крестного хода от Успенского храма отрочь монастыря. Затем состоится освящение воды. Окунуться в купель можно будет с полуночи 18 января до 0 часов 19 января. А на месте будут дежурить сотрудники МЧС, медики и полицейские. Также для удобства купающихся на берегу реки установят две палатки передевания, мужские и женские. Будет смонтировано дополнительное освещение. Проведен целый ряд мероприятий, которые позволят нашим горожанам комфортно и безопасно провести крещенские купания. Времени будет достаточно, 24 часа, круглосуточно, мы вас всех ждем, палатки будут теплые и соблюдены все необходимые меры безопасности. Напомним, что купель на набережной Афанасия Никитина – единственное официальное разрешенное место для крещенских купаний в Твери. Купание в других местах может быть опасно для жизни и здоровья. А автомобилистам стоит выбрать пути объезда места проведения купаний. До 6 утра 19 января прекращена парковка всех видов транспорта по набережной Афанасия Никитина на участке от Комсомольского проспекта до Речного вокзала, а также по улице Горького на улицу от дома номер 19 до Речного вокзала. Ну и, пожалуй, главное – это не самое обряд окунания в прорубь, на котором церковь, к слову, не настаивает, а глубокая вера и понимание сути большого православного праздника – крещения Господня.